На открытом уроке воспитанники интерната встретились с военным комиссаром Десногорска Сергеем Себелевым, представителем полиции Михаилом Зайцевым и с председателем Совета солдатских матерей Валентиной Рожковой. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. Сегодня воспитанникам нашей школы предоставилась возможность пообщаться с интересными людьми. Ребята узнали из первых уст, а не понаслышке, о военной службе. Гости смогли в каждом школьнике зажечь боевой дух и убедить всех мальчишек в том, что главное предназначение всех мужчин во все времена – защита Отечества. Прививать любовь к родине необходимо с раннего детства. Ребята остались очень довольны беседой с гостями. Я получил массу впечатлений от встречи с такими интересными людьми. Узнал об их службе и подвигах. Вынес для себя много нового. Считаю службу в армии своим долгом. Я с полной уверенностью могу называть себя патриотом своей страны. Во время подданных мероприятий меня всегда переполняет чувство гордости. Я точно определился, что пойду служить в армию. Хотелось бы мне оказаться в пограничных войсках. Подобные уроки проходят в школах Десногорска и Десногорском энергетическом колледже. Есть только миг, ослепитель.